Впервые на уссурийских кортах прошел парный турнир по теннису. Выступали 24 команды со всего Приморья. Честь нашего города отстаивали две мужские пары и одна женская. Надежду Первову не назовешь новичком в теннисе, но за 9 лет занятий она впервые участвует в турнире и сразу в новом для себя виде – парном. Мне как бы вот удобнее играть одиночную игру. То есть я и занимаюсь одна на корте всегда, а в паре, во-первых, надо с партнером вообще сыграться, что немаловажно, и опыт иметь этой игры. Совсем другая игра. То есть вот мы попробовали первый раз и поняли, что нужна еще пара, чтобы нам тренироваться здесь в Уссурийске. Нашим теннисисткам не хватило опыта попасть в число победителей. Уссурийские девушки стали пятыми. За лидерские позиции боролись пары из Владивостока. До последней минуты заключительного сета не было ясно, кто займет высшую ступень пьедестала. Изначально я думала, что ветра такого не будет, а когда вышли на корт и ветер, пришлось абсолютно тактику перестраивать игры. И очень долго думала, в принципе, пришла к решению, но просто уже сама не вытянула этот темп игры. Среди женщин первыми стали Илона Стихеляс и Ирина Здор. У мужчин за победу также боролись владивостокские пары. Президент Приморской федерации по теннису Виктор Тиханович с напарником вышли на корт со своими давними соперниками. Переменным успехом команды передавали пальму первенства несколько лет подряд. Мы с ними уже давно не встречались. Последний раз где-то года два, наверное, мы им проиграли. Ну, мы тренировались, но не знаю, как это у нас получится. Выход к сетке, выиграть агрессивный теннис. Весь пьедестал почета увезли гости соревнований. В следующий раз показать себя уссурийские теннисисты смогут 10 августа, в день физкультурника на открытом турнире города.